Защищаем не зону от вас, а вас от зоны. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь проникнуть на охраняемую территорию. Вы арестованы. Ты слышишь это? Знаешь, я первый раз в зоне. Я обычно здесь. Очень необычно. Как долго я ждал. Операция по зачистке зоны отчуждения от посторонних субъектов. Контроль периметра не дает никаких результатов. Продажные военные пропускают кого попало. Я здесь, чтобы решить эту проблему. На этот раз у меня достаточно ресурсов. Ведь по сути, кто такие сталкеры? Кучка убийц, бандитов и мародеров. В цепях. Мы разорвем вас на части. Изнутри. Очистим зону от мусора. Вы заплатите за все. Я обещаю это.
знаю, что подарить тебе на Рождество. Я Рождество не отмечаю. Но в этом году точно отметишь. Что случилось? Неважно. Правила отменяются. Ты свободен. Твой шанс отомстить за семью. Помоги нам развязать войну. С кем? Со всеми. Это было необходимо? Безусловно. Нужно дать понять им, что все серьезно. Едем на Янтарь. Жду тебя в машине. Давай в следующий раз без этого. Это вне наших обязанностей. Разумеется. Глухли, что ли? Есть кто живой? Отвечайте! Какие вы нас слышите? Эй! Подлетаем! Вперед! Занять позиции! Шустрее! Судя по всему. Ну, что там? Да ничего пока. Тишина. Что-то есть. БТР военных. Ствол приготовь. Твою мать! Валим!
Это что, военные? Да не похоже. Откуда у вояк птичка такая? Кто бы это ни был, странно как-то. Первый раз такой огромный самолет вижу, который над зоной пролетает. Это место как медом намазано. Добро пожаловать. Дальше не проехать? Дальше пешком. Тут до лагеря метров 800. Оставайся здесь и жди меня. Я скоро вернусь. Будился солдат в зоне ночью, идет и кричит: «Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь!» Тут глядь, огоньки в кустах горят, вроде как глаза. Ну, он, короче, заткнулся сразу, а из кустов голос нечеловеческий: «Зачем среди ночи шумишь?» Солдат с перепугу штаны напустил, но отвечает: «Извините, я тут заблудился как бы, вот кричу, думаю, может, товарищи услышат». А тот в кустах тащится: «Нет, товарищи не услышат, а вот я услышал. Только тебе от этого какая польза? Ужин ты мой!» Ну ты выдал! Блин. Здорово, сталкеры! Не подскажете, где тут профессора Сахарова найти? В бункере должен быть. А много там ученых? Просто мне помощь сильно нужна. Да нет, человека 3 максимум. Остальные сегодня утром в экспедицию отправились. Понятно. Что случилось? Сядь.
Сидоровича убили. Что? Когда? Сегодня ночью. Вот он нашел тело. Прямо в его бункере. Кто убил? Неизвестно. А может, он и убил? И хабар весь себе забрал? Да не он это, успокойся. Сейчас все подойдут, разберемся. Был бы это я, меня бы тут не было. Наши мужики не отвечают. Вы гляньте, может, им помощь нужна? Ну, чё расселся? Давай, твоя очередь. Оклемались? Вроде же не сильно приложили. А хотя... В общем, я думаю, вы не будете ставить меня перед выбором. Мне нужно найти несколько артефактов и болотного доктора. Вы кто? Здесь вопросы задаю я. Еще раз, мне нужны артефакты и болотный доктор. Артефакты есть здесь, на станции. Болотного доктора я уже давно не видел. Живет на верхних болотах. Кто вы такой? Почему я связан? Так надо, профессор. Где у вас лежат артефакты? В хранилище. Развяжите меня, и я все покажу. Товарищ генерал, нашли еще одного сталкера. Вроде долговец. Будем брать, прием.
товарищ генерал. Обезвредили еще одного сталкера. Долговец в экзоскелете. Прием. Отлично. Сворачивайтесь и везите его на базу. Я скоро там буду. Так точно. Значит так. Большая часть зоны либо захвачена военными, либо оккупирована. Главный у них — генерал Протасов. По нашим сведениям, он нанимает сталкеров, а несогласных выживает из зоны или уничтожает. Все очень и очень серьезно. Поэтому мы со Свободой объединились, чтобы уничтожить его. Его хорошо укрепленная база на Затоне, к востоку отсюда. Мы ее собираемся взять. Людей у нас не так много, поэтому надо привлекать всех, кого только можно. Стрелок с умником отправится на Затон и будут ждать нас там. Угрюмый, найдешь болотного доктора. Он нам сейчас нужен. Мясник. На тебе оружие и амуниция. А ты разыщешь цыгана. Опытный наемник нам не помешает. И раз уж Сидоровича больше нет, заглянем к жабе. Все ясно? Тогда прикончим эту мразь. Жаба у себя? Что? Дунешь? Понятно. Oh.
хрена? Присядь, разговор есть. Будешь? Ничего не помню, что вчера было. Так что ты хотел? Помощь твоя нужна. И что, это все, что он тебе дал? Это все, на что хватило денег. Да, вот жаба, конечно. Ничем не лучше Сидоровича. Мне иногда кажется, что они братья. Ладно, сообщи долгу, что дело сделано, и двинем к бандитам. Ага, только поссать надо. Давай. Быстрее только. И смотри, чтоб мутант какой-нибудь тебе твоего питона не оторвал. Это все из последней вылазки? Давайте этого сюда, ко мне в кабинет. Эй, есть кто живой? Не стреляйте, я без оружия. Надо поговорить. Тихо, паренек. Не рыпайся. Да опусти ты уже руки. Слышали мы, что в зоне творится. Что нужно-то? Люди, оружие, амуниция. В общем, все, что пригодится для вылазки. Куда вы собрались-то? К генералу в гости. Лишние бойцы не помешают. Раз уж долг и свобода заодно, то и бандиты, я думаю, перечить не станут. Ладно, разберемся. Сегодня у нас переночуешь. Красиво у вас тут все-таки. Слушай, я буду краток. Мне нужны координаты всех баз на Затоне, о которых ты знаешь. Да пошел ты нахер, крыса генеральская! Зачем тебе все это?
Спрашиваю еще раз. Все базы, о которых ты знаешь, на Затоне. Дайте ему уйти! Слетаем! Живо, живо! РПГ, быстро! Летим в Киев, а дальше вызываем настоящих военных и спасаем наших. Вот черт! РПГ! Ложись! Можете уйти от меня? Сборище мразей. Полковник Дегтярев, СБУ. Я тебя помню, полковник. Что, будешь в своих стрелять? Извини, приказ есть приказ. Не от меня все зависит. Значит, и стрелка предашь? Стрелка я попробую освободить. Мы поймали его у входа на Затон. Думали, вот так просто можно попасть на базу генерала? Какого хрена тут творится? Слышь, мы же договорились!
боишься здесь сидеть? Тут безопасно. Зачем пришел? Шрам, нужна помощь. И это не ко мне. Я ухожу из зоны. Как уходишь? А как же мы, сталкеры? Зона. Это наша война. Ты серьезно, цыган? Почему я должен подставляться под пули, когда могу просто свалить? Зона меняется. Смирись. Но нам одним не справиться. Если останешься здесь, то уже не выберешься, пойми. Нужно рискнуть. С тобой у нас есть шанс. А Стрелок? Вроде он главная легенда зоны. Пес, Стрелок и Умник в заложниках у генерала. Мы просили помощи у бандитов, а они сдали воякам, суки. Сперли машину и оружие, которые мы у жабы купили. Я один ушел. Жаба тоже у них? Я думаю, жаба там же, где и Сидорович. Они захватили почти все. Мы платим. Времени мало. Ждем тебя в подземелье Агропрома. Опаньки! Сиди на месте и не рыпайся, фраер. А то у меня спуск на курке плавный. Мало ли что. В чем дело? Давайте мирно все решим. Конечно, решим. Глянь туда. Кто это? Мы думали, это из ваших? Ну да ладно. Прокатимся, полковник. Слушай, сержант, я зачем тебе деньги плачу? За то, чтобы ты отдыхал? Никак нет, товарищ генерал. Тогда почему с моей базы вот так просто сбегают какие-то сталкеры? Где охрана у тюрьмы? Где посты у въезда? Что вообще нахер происходит? Прошу прощения, товарищ генерал, больше такого не повторится. Конечно, не повторится. В следующий раз я лично пущу тебе пулю в лоб. Кто-то еще сбежал? Так точно. Один ученый и монолитовец. Догоняют. Эй, ты чего? Давай, вставай, уходить надо. Зацепили, суки. Уходи, я их возьму на себя. Предупреди наших. Давай.
Слушай, он точно придет. Точно, куда он денется? Как будто ему денег мало, чтобы свалить отсюда. О, здорово, наемник! $25 000, и тогда я в деле. По рукам. Только наверх поднимемся и там все обсудим. Доктора и Угрюмого еще дождаться надо. Прошу. Уроды. Везде посты. Мы не оторвемся. Еще не вечер. Я знаю, тебе больно. Тяжело голодать. Ты знаешь, что мозг начинает пожирать мышцы, чтобы выжить. Это поэтому ты такой тощий. Я не убийца, Стрелок. Я хочу очистить зону от сталкеров, мусора, который ее наполняет. Ведь это все незаконно. Подумай сам. Незаконное пересечение границы. Нелегальная торговля артефактами, убийство, мародерство. И это лишь малая часть всего того, что вы творите в зоне. Нашли себе райское местечко? Ты назовешь мне все места, где могут обитать сталкеры. Все подвалы, бункеры, базы, которые знаешь. Или я убью тебя. Убью одного из легендарных сталкеров. Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ты остался. Ну-ка, лейтенант, дай мне ствол. Сейчас я даю тебе последний шанс. Я не буду этого делать. Фух. Воу! Это война, мать его! Слушай, заткнись, а. Где там Угрюмый с доктором? Чего так долго? Может, они заблудились? Ага, опытный сталкер и легенда зоны.
Угрюмый, прием. Слышишь меня? Слышу, друг. Мы тут остановились у генерала, так что, если хочешь, присоединяйся. У нас тут весело. И своих бойцов прихвати. Сука! Сука, сука! Сучья нахрен, сука! Как жизнь? Думаете, буду вас пытать? По идее, я могу делать с вами все, что пожелаю, но... Но не буду. Врачей я уважаю, док. Я сам хирург. Вы ответите на каждый мой вопрос, а я даже пальцем вас не трону. Знаете почему? Потому что, если не ответите, я убью вашего близкого друга. Стрелка. Будете дальше молчать? Что вам нужно? Вот. Вот это уже разговор. Исполнитель желаний? Исполнитель желаний. Загадочный монолит. Я что, похож на новичка? Отмычку? Или на человека, который хочет разбогатеть в зоне? Я давно ее изучаю. И думаю, если вы скажете, что исполнитель желаний существует, и добраться до него не так сложно, я все равно туда не пойду. Тогда что? Мы с вами коллеги, док. Мне нужна ваша помощь. Смотрите, можно ли заменить внутренний орган человека на артефакт? Например, печень заменить на лунный свет или сердце на душу? Возможна ли такая операция? Ну же, док. Мы же с вами только что сотрудничали. Не убивать же вашего приятеля.
Ну, нельзя вот так просто сказать. Все зависит от человека, строения, комплектации. И вообще, выдержит ли он такую нагрузку? Хотите создать суперсолдата? Именно это я и хочу узнать. У меня было ровно 11 попыток провести подобную операцию. Все провалились. Вы что, на сталкерах эти операции проводили? В точку. Послушайте, ну вы же военный. У вас везде свои правила. В этот раз без правил. Только приказы. Мне нужно, чтобы вы помогли мне провести такую операцию. Так что же, пленные это и есть материал для экспериментов? Угу. Решать вам. Как только мы все выполним, вы все равно нас всех расстреляете. Нет, вас нет, док. Подумайте о себе. У вас еще может быть семья, жена, дети, внуки, наконец. Все это еще возможно. Зря вы выбрали такую работу. Если помогаете мне с операцией, то я отпускаю вас. Даю слово. Где опять эти жиртресы из снабжения застряли? Сами, небось, сытые, а мы третий день без горячего. Вот кончится контракт. Месяц гудеть буду, не меньше. Вот как вернусь, как расскажу друганам, что тут творится. А денег кучу привезу, все от зависти обделаются. И главное, девки, девки! Вот как вернемся, кто жив останется. Поступил сигнал с Лиманска. Двигаем туда. В смысле? В прямом. Нам нужны люди, а там есть выжившие. Втроем мы точно не справимся. С кем? С военными. Давай, собирайся. Берем все самое необходимое. Наемник, проводишь? Да. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Сталкеры ими управляют, что ли? А я уж думал, мы не доберемся. Слышь, полковник, мы на месте. Сейчас мы выходим, и ты проводишь нас к ученым. Только без глупостей. Понятия не имею, есть ли кто-то внутри. Проверим. Пошли.
Зачем ты убрал стрелка? Стучаться не учили? Мы же договорились, больше никаких беспричинных убийств. Это не входит в задание. Послушай, остынь. Я спокоен. Раз уж на то пошло, я выхожу из игры. Постой! Что за выстрелы, товарищ генерал? Все нормально. Вернись на свой пост. Вам напомнить, что будет, если они догадаются, что это мы? Хотите начать войну? Тогда руки придется испачкать. Если мы идем до конца. Вас сюда вызвали именно поэтому. Я сделаю все, что нужно. Только направьте. Твари. Долбаные психи. Сколько до базы еще? Точно не знаю, километров 7. Нас мало, цыган. Думаешь, получится? Свои, не стреляйте! Ты кто? Откуда? Я сбежал. Сбежал с базы. Не убивайте меня. С какой базы? От генерала. От военных. Меня зовут Вова. Кличка Ботаник. Я ученый. Так, расскажи подробно. Чем занимается генерал? Как он победил? Что у него за оружие? Что на базе? Как ты выбрался? Я не знаю. Он проводит опыты над сталкерами. Он больной на голову. Помешан на артефактах. А что, если Протасов сам его послал, чтобы нас заманить? Ученого? Вряд ли. Если бы вы видели, что он делает с людьми! Протасов вырезал у них печень без наркоза! Так, успокойся. И давай по порядку. Протасов проводит дикие эксперименты на живых сталкерах. Каждый день он убивает по человеку, иногда по два. Они погибают на операционном столе от болевого шока. Помните крота? Ему вырезали печень и попытались засунуть вместо нее артефакт. Мать твою. Если ты не врешь, то... Генерал будет резать по-живому до тех пор, пока не останется никого из нас.
Сможешь описать базу? Итак, база генерала на Затоне, в бывшем пионерском лагере Изумрудный. Там три дома. В первом, если от моста считать, тюрьма и медпункт. В следующем кабинет генерала вроде, а в третьем живет он сам. Сзади можно подобраться? Со всех сторон стоят блокпосты, на каждом пулемет. Сзади не подобраться. Слушайте дальше. За одним из домов, не знаю точно за каким именно, находится вход в бункер, убежище на случай выброса. Часовые? Сколько военных на базе? Точно не помню. Тюрьму охраняют двое. Двое у кабинета. Наверняка есть охрана у генеральского дома. На блокпостах человек по 5-6. Хорошо, Протасов укрепился. Не то слово. Я вообще не понимаю, как туда можно попасть. Если бы у нас был целый отряд, то можно было бы еще подумать об атаке. Но вчетвером... Нас перебьют там даже, если мы проникнем внутрь. Сколько там людей, лаборант? Я насчитал около 30 военных. Но я не видел всю базу. Кто-то мог отдыхать в бункере после смены. А ты хорошо поработал, парень. Хорошо все разглядел. Что предлагаешь? Скрытно не подобраться. Тогда будем действовать напрямик. Подъедем к базе на машине через главный мост и скажем, что прибыла очередная группа военных. Форму возьмем с трупов. Как только нас попросят предъявить документы, берем стволы и мочим этих ублюдков. Пробираемся к дому генерала и убиваем его. Как отходить будем? Тем же путем? Да вы чё? Это же билет в один конец. Мы не сможем выбраться оттуда живыми. В тот раз мы спланировали побег. Нам помог монолитовец. Ценой собственной жизни. Значит, такая операция реальна. Не настолько хорошо работают вояки. Ладно. Значит, готовимся и выдвигаемся. Мне надо на янтарь. Там есть медикаменты, оружие и патроны к нему. И еще я слышал, что некоторых пленных перевозят в мертвый город. Они там будут артефакты собирать, что ли? Это отличный шанс спасти бойцов. Нам сейчас нужны люди. Хорошо. Тогда мясник отведет Круглова на станцию, а ты раздобудешь форму и еще оружие. Я беру на себя самое сложное. Попытаюсь спасти наших. Шрам, отведешь нас на Затон? Вроде никого. Ух ты, ваша тачка. Не припоминаю. Вот черт. Ах ты ж твою мать. Так, лаборант, давай в бункер и жди меня в дверях. Только медленно. Так, берите все самое необходимое и... Ты чё наделал? Чёрт! Это же... Это же Дегтярёв, полковник СБУ! Что ты наделал? Устранил препятствие. Это военный. Он против нас. Нужно остановить кровь. Нет. Мы просто возьмем, что нам надо, и уйдем, понятно? Шевелись, потому что сигнал о том, что мы здесь, уже пришел, и вояки в пути. Живее, профессор!
Вещи в багажник, а ты прыгай на заднее сиденье и смотри в оба. Ого, джекпот. Едем. Цел? Вроде да. Вот черт! Гони, гони, гони! Просто, да? Как кажется. Чтобы сбежать от меня, нужно нечто большее, чем сесть в машину и уехать. Твой друг снова скрылся. Кто-то спрашивал, зачем мне все это? Нужно же что-то менять. Ведь ничто не длится вечно. Вы не войдете в историю. Вы завершите ее. Снаряги мало. Я нашел только два ценка с натовскими патронами. Больше нет. Все, что из Старинген успели вынести, все здесь. Ладно. Хватит патронов, надеюсь. Долго ехать-то? Пару часов. Ладно, Шрам. Спасибо за все. Удачи. Вон они. А это кто? Это? Боец из чистого неба. Подобрали его, как только от станции отъезжать начали. Он с нами. Отлично. Тогда переливайте бензин и выдвигаемся. Смотрите, что нашли. И целый магазин патронов к нему. На станции мы встретили Дегтярева. И что? Я убил его. Случайно, не случайно. Это военный. И сейчас он против нас. Значит так. Ботаник, ты знаешь, где вход в бункер? Да. Как только мы начинаем крошить военных, ты бежишь ко входу, мы тебя прикроем. С тобой пойдет анархист. Подбирайтесь к бункеру, и нас не ждете, проникайте внутрь и валите генерала. Все надо сделать быстро, понятно? С чего ты взял, что генерал будет в бункере? Как только мы начнем стрелять, он спрячется именно туда.
Все, поехали. Ладно. Я так понял, спасти никого не удалось? Нет. Приготовиться всем. Подъезжаем. План помните? Угу. Не нервничаем, спокойно, без резких движений. Как только я валю первого, вы открываете огонь. Из машины! Кто такие? Нас к вам послали. Сказали, помощь нужна. Из машины выходи и иди сюда. Документы приготовь. Сейчас я вас прикрываю, а вы рвете до бункера, понятно? Пошли! Надо выиграть время для ботаника. Займемся ботами. Там вход? Давай аккуратно, я прикрою. А ты беги к бункеру. Готов? Давай! Долбаные психопаты! Держи его, чтобы не рыпался. Как он сюда попал? Где посты снаружи? На нас напали. Держать оборону. Вызови подкрепление и не дай им войти сюда, понял? Есть. Ну что, док, приступим? Нет, сука, отцепись. Отвали, мразь. Ублюдок, что ж ты творишь? Слушай, заткни его нахер. Убью вас. Всех убью.
делаете, это лишнее. Он может нам помочь. Он ученый. Не слышали, что он сказал? Отойдите, только не мешайте. Отойдите, я сказал. Черт! Брось ствол, или ему конец. Опусти пушку. Третий раз я повторять не буду. Вот так, молодец. Ты зря сюда пришел, цыган. Толку от этого мало. С минуты на минуту здесь будет патруль. Отпусти его. Зачем ты это делаешь? Сколько тебе заплатили? Думаешь, дело в деньгах? Я наконец-то нашел место, где могу проводить свои эксперименты. А вы? Вы просто спятили. Вас здесь не должно быть. Грёбаные сталкеры! Это война! Война, которую я выиграл! На колени! Руки вверх. Медленно повернись. Цыган! Ботаник! Эй! Эй! Бежим! За ними! Брать живыми! Не вижу никого. Долго мы тут не протянем. Надо что-то делать. Ботаника не видел? Нас осталось только двое.
Шансов выжить практически нет. Проверьте всю баржу и доложите нам. Вперед! Так. Мы выберемся отсюда. Но сначала делаем вот что. Смотри, там есть дорога. Едешь по ней на северо-восток. До ближайшего населенного пункта всего пара часов езды. А потом вернешься сюда с Национальной гвардией. А ты? Я тебя во все это втянул, мясник. Из-за меня ты здесь. Уходи и приведи помощь. Пусть разбомбят базу генерала к чертовой матери. Нет, иди! Машина прямо слева от корабля. Бензин, надеюсь, есть. Ключи должны быть в бардачке. Удачи. Цыган, но я ранен. Я больше не ходок. Уходи, времени мало. Прощай. Я же говорил вам, что все это бесполезно. Вы так ни хрена и не поняли. Таких, как вы, надо уничтожать. Твоих друзей похитили и пытали. Это ваша вина. Множество людей погибло. Это ваша вина. Зона под контролем военных. И это тоже ваша вина. Ты доволен? Когда вы поймете, что зона давно изменилась, и тут не место сталкерам и авантюристам. Уходи, цыган. Это твой последний шанс. В спину никто стрелять не будет. Оставь нас и иди с миром. С миром? Да ты ненормальный. Больной сукин сын. Ты получишь свои деньги, Шрам. У вас был неплохой план, но он знал все наперед. Это наемник, а ты... Ты всего лишь сталкер, который ради других людей готов жертвовать собой. Иди. Если попробуешь напасть на нас еще раз, пеняй на себя. И помни, порой разумнее оставить все как есть.